Всем привет, меня зовут Илья Капитан, уже Скайстарый, мы сегодня поговорим о том, как прокатывать баскетбольный мяч по телу. Поехали! Упражнение первое. Как нам прокатить баскетбольный мяч по телу? Мы берем баскетбольный мяч в руку. Чтобы задать баскетбольному мячу движение, инерцию, мы должны вот этими пальцами на себя подтолкнуть баскетбольный мяч. Мячик должен прокатиться по нашей правой руке, по груди и по левой руке. Ну, если вы правша, мы начинаем с правой руки, если вы левша, начинаем с левой руки. Это естественно. Руки немножко согнуты в кольцо, вот такое некое. И мы пробуем. Раз. Прокатили. После чего мы мячик перекидываем. Раз. Прокатили. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. И вот так поехали на скорость. И поехали. После чего мы можем уже не смотреть, чувствовать мяч. Ну, вот эти движения, на самом деле, они не очень сложные. Чтобы мячик прокатывался, не вылетал вот так вот, не вылетал отсюда, у вас должна быть пластика. Вы должны чувствовать мяч. Во время того, когда вы прокатываете по руке мяч, у вас должна рука быть чуть выше, чем левая. Правая должна быть чуть выше, чем левая. Почему? Чтобы мяч должен мог прокатиться. Вот, раз. После чего мы левую руку поднимаем наверх. Но получается так, как качель. Если мячик в правой руке, значит левая рука должна быть ниже. Если рука в левой руке мячик, то правая должна быть ниже. Получается такие качели. В правой руке мячик, левая рука ниже, в левой руке мячик, правая ниже. И получается такие качельки. Раз, два, три, четыре, пять. Второе упражнение. Это когда баскетбольный мячик прокатывается не поверху ладони, а сверху. Сверху, прямо по пальцам. Вот отсюда начиная прокатываться. Мы задаем инерцию не пальцами, как мы делали, а рукой, другой рукой. То есть мы берем мячик в левую руку и прокатываем по правой руке. Вот таким вот образом. Раз. И мы начинаем перекатывать. И вот это движение, оно постоянное. То есть как только мы закончим вот это делать движение, мячик у нас, естественно, становится и вылетит. Давайте попробуем. Раз, два, три. 4. Тут можно менять скорость. То есть мы можем делать очень медленно, прокатывать. Очень медленно. Сейчас постараюсь. Вот так. А можем делать очень быстро. Можем делать очень быстро этот элемент. Видите, как у меня руки ходят? Одна выше, другая ниже. Одна выше, другая ниже. По инерции должен мячик катиться. Вот так вот. Ничего сложного. Главное... тренировки, учиться, и все у вас получится. Первое упражнение. Для чего мы вообще делали первое упражнение, если можно делать сразу же второе, там, типа, выходить на площадку, показывать элементы, все будут говорить вау. Для того, чтобы катать два мяча по телу. Два мяча по телу. Для этого мы делали первое упражнение. Значит, берем баскетбольный мячик в правую и левую руку. Прокатываем мячик на себя, как я показывал в первом элементе, когда мы первое упражнение делали. И как только мячик начинает прокатываться по вашему телу и доходит примерно до плеча, до груди, до левой, вы вот этот мячик, который у вас в левой руке, перекидываете в правую руку. Давайте попробуем. Раз. Видите, как это выглядит? Два. Замедленно. Как только мячик перекатывается у вас, вот сюда вот, примерно уже, вы перекидываете этот мячик в другую руку. И чем быстрее вы перекинете, тем будет изящнее, красиво выглядеть элемент. Потом уже можно добавлять 3 мяча, 4, ну, на ваше усмотрение, до скольки вы дойдете. Пока что максимально делают 4 мячами. Раз, два, прокатили, 3, 4, 5. И вот так вот на скорость поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Можно быстрее, можно ускоряться, можно делать медленно, можно делать быстро. Смотрится это очень достаточно круто. Когда со стороны смотришь, парень какой-то крутит два баскетбольных мяча по своему телу. Скажешь, а как это? На самом деле это не сложно. Я вам все сейчас рассказал, все секреты. Поэтому, ребята, учитесь. Не курите сигареты, не пейте алкоголь. Занимайтесь спортом. И будете счастливы. Для того, чтобы мои видеоуроки выходили как можно чаще, подписывайтесь на меня ВКонтакте, также в Инстаграм. Все ссылки будут в описании. Ставьте большие пальцы вверх под этим видео. Ну и до встречи! Белокрылые лошадки, облака,
пахнет.